Отказали в помощи. Накануне в соцсетях появилась видеозапись, сделанная в больнице Водников. На ней медработники отказываются принимать девушку с отеком легких, которую привезли на скорой. Объясняя это тем, что до конца дежурства осталось 5 минут, а пациентку необходимо наблюдать в течение 2 часов. В итоге девушку увезли в другую больницу. В региональном управлении Следственного комитета России уже начали проверку по факту ненадлежащего оказания медицинской помощи. В настоящее время следователи регионального следственного комитета России выехали на место происшествия в указанную больницу, где изымали необходимую документацию, а также проводили опрос потерпевшей. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Отмечу, больница Водников находится в федеральном подчинении, однако в рамках ОМС оказывает медицинскую помощь жителям Тюмени и Тюменского района. Учреждение также проверит Росздравнадзор.